нету, Саша. Бегом, бегом, встали, встали. Маша! Встали, встали! Воспитанники детского дома готовятся к елке. Накануне Нового года они все, а сегодня это 51 человек, соберутся в столовой. Будет маленькое представление и много подарков. С этим проблем нет никогда. 1 июня и в Новый год десятки волонтеров и спонсоров спешат сюда, чтобы сделать приятное этим детям. Ну вот здесь вот дети живут у нас. Комнаты, здесь ванна, видите, двери широкие, чтобы проходила коляска. Вот. Вот так вот у нас. Здесь живет у нас Лена, колясочница. Ну, вот здесь имеются вот такие ходунки, чтобы ей не все время в коляске, она иной раз ножками приступает. Вот. Шкаф у каждого, кровать. Так, вот здесь. Здесь у нас тоже дети живут. Вот так комната. Два человека, да, по два человека живут. Здесь у нас телевизор. У нас два телевизора, кстати, там телевизор. Иной раз бывает, вкусы расходятся. Старшие, более старшие смотрят там. Малыши здесь мультики смотрят. Вот здесь наша кухня. Холодильник имеется, плита имеется. Вот на Новый год, допустим, или на день рождения мы можем испечь блины, что-то там, торт постряпать, и детей угощаем, и дети помогают, принимают участие. Нина Сорока работает воспитателем уже 25 лет. У нее смешанная группа. Вместе со здоровыми детьми живут дети с ограниченными возможностями. Для Полины большая часть жизни проходит здесь. В школу девочка не ходит, учителя приходят к ней. Сейчас ей 12. В детском доме она с 4 лет. И эти стены стали ее домом. А Новый год для нее настоящий праздник. Поток Дедов Морозов и Снегурочек не прекращается весь декабрь. Круто. Там очень много подарков привозят в Новый год. И очень интересно. Гости. Мы уже счета сбиваемся, когда он там много очень привозит подарков. Заваливают подарками. Еще нам приезжал Дед Мороз, и нам подарил телефон, мне подарил. Саше Сабинской телефон подарили, Саше Буйкову подарили куклу. Так, Сереге подарили мышку, этот как вам, и флешку. Ну что, заказываем, нам привозят. Это вообще круто. Саша будет отмечать Новый год не дома первый раз. О празднике она может рассказать немного. Может, потому что там, дома, и не было настоящего у нее праздника. Что бы ты хотела, чтобы тебе Дед Мороз подарил? А мне лучше. Ну что хотела бы ты? Вот Дед Мороз пришел, а ты бы загадываешь ему желание. Что бы ты хотела, чтобы он тебе подарил? Вот в этом году что тебе Дед Мороз подарил? Вот уже приходил Дед Мороз со Снегурочкой. Что он нам подарил? Барби подарил. А еще что? Ничего больше. А пока подарки сладкие. Шоколадки. Скажи, а еще что бы ты хотела, чтобы тебе подарили? Карету с коняшкой. Наши дети вот писали, конечно, такие желания. Некоторые просят, значит, чтобы я хочу, чтобы меня забрала мама. Вот. Это ну, чаще всего это желание такое бывает. Ну и приземленные желания. Кто планшет хочет, ноутбук, кто хочет телефон. Какой бы ни был хороший детский дом, всегда дети ждут, что приедет мама, поздравит мама, хотя бы позвонит. Вот сегодня Паша говорит, который там встречался вам, он говорит, мама мне звонила, вот мама ко мне приедет. Хотя мама вышла из заключения, она просидела долго, много в тюрьме лет просидела и вышла. Наверное, уже год как вышла. И не показалась, ни разу не показалась ему на глаза. Хотя писала такие письма, вот невозможно без слез читать. И Паша все это знал, читал эти письма. Надеялся, что мама придет и хотя бы приедет его навестить. А она не приехала. С праздником вас! С неба сияют звезды до вечера, с праздником вас!
Это Паша, ему 11 лет, и он поражает своей непосредственностью. Желаний у мальчика много, но главное – увидеть маму. Правда, говорит он о нем в последнюю очередь. И к исполнению или неисполнению этого желания относится не по-детски философски. Хочу маму увидеть. Я хочу, чтобы она меня поскорее на новый, на день рождения забрала. И я там свой Новый год справил. И там свое день рождения исправил у тебя дома. Я живу в Богодинке. Меня в Богодинку сейчас забирают домой. Только я не знаю улицу и почту. А дома-то давно был? Нет, ни разу. Ко мне даже мама ни разу не приезжала. Только это посылки привезла. И сколько ты маму не видел? Много-много лет. Ну а ты встретишь, узнаешь маму? Да, когда она это, если у нее получится меня забрать, то получится, если не получится, тогда ладно. Я тут от день рождения могу исправить свое. Ну ты помнишь, как мама выглядит? Ну да, помню, я же ее на фотографии видел. Ну, фотографии присылает? Да. А она тебя узнает или ты тоже ей фотографии? Ну, она меня, наверное, скорее всего узнает. Да, узнает. Ну, она меня узнает. Она же знает, какие у меня волосы черные, там глаза карие, там рот у меня хороший, улыбчатый. Дети-то трудные, вот, потому что мало прожили, но опыт у них такой уже. Я заглянула в глаза, и мне показалось, они уже взрослые. То есть взрослый человек не прожил такую жизнь. Мне есть чем сравнить. Моему ребенку 12 лет. И вот здесь такие же. Поэтому, может быть, не совсем доверие к взрослому. Вот, допустим, я так вот к ним, еще опыта нет с ними, работают как-то так, стараюсь вот. Ну, приглядываются. Но это в любом коллективе. Это в любой коллективе. Сейчас приду, будут присматриваться. Вот. Ну, хочется по-доброму, по-домашнему, как бы. Но они как ежики, ершатся так, как бы. Наталья Старцева здесь работает меньше месяца, и пока с детьми они привыкают друг к другу. В ее группе целая семья, 5 детей. Дарит подарки. А кто дарит подарки? Дед Мороз. Дед Мороз. К вам часто Дед Мороз приходит? Нет. Я экскаватор на пути управления. Попросил экскаватор, но тебе пока еще не подарил Дед Мороз экскаватор. Только телефон. Даша в этой группе старшая, ей уже 17, здесь 3 года, и в 2017 она покинет детский дом. Для нее начнется взрослая жизнь. В первый год я приехала, когда думала, тут вообще не отмечают праздник, но потом как бы увидела то, что все пытаются что-то нарядить, что-то приготовить, как бы в столовой все накрывают. И потом собираемся в группах и празднуем. Побольше как бы мне радости, потому что я что-то в последнее время вообще начала много тусковать. Огорчаться очень начала много. По семье скучаю своей. Скучно без них. Я как бы к ним на каникулы езжу, но все равно скучаю. Не забыли, тут нога топать пошла, нога потопала. Потом куда нога, в какую сторону лезет? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Почему забыли, когда ручки все в одну сторону какой поворачиваются? Вправо. Конечно. А чего вы ждете? Музыка уже играет, а вы стоите, как будто не знаете, Маша. Вы все знаете. Кристине 8. Здесь у нее еще сестра и старший брат. Желающих забрать девочку много, но разделять семью нельзя. Старший отказывается уходить из детского дома, и сестры без него не идут в семью. Я хочу, чтобы я была самой большой и красивой. Дед Мороз, он вообще существует? Нет. А кто вам дарит подарки тогда?
откуда подарки-то? Человек просто одевает Дед Мороза костюмы и все. Сегодня это единственный детский дом на юге Тюменской области. 51 ребенок. Из них у 30 статус, оставшиеся без попечения родителей. Это дети, которых уже можно забирать в новую семью. Сейчас они.